Хорошо, работаем, работаем. Свой прием надо 100 раз, 2 минуты, 100 бросков. Миша, ты делаешь?
Миша, ты делаешь? Да. Делаешь? Осталось 3 минуты. Максим, иди сюда. Он мне мешает. Бить некого. Вот смотри. Если так взял захват, то сразу будет бросать заднюю подножку. Вот есть захват. Вот попробуй, какой мне для души. Раз, я тебя впускаю, и ты идешь на меня. Вот это место. Вот сюда. Ты иди на меня. Вот идешь. Отпусти, ты сам ко мне пришел. У меня осталось только подвернуть. Что это? Между ног проходи. Между ног голову. Между ног голову. Между ног. Руки выше. Руки выше. Садись. Стоп. Артур. Стоп. Почти взял. Ну, там есть. Миша, руки вот здесь должны быть. Он поставил тебе ногу. Все, рука ушла, он тебе сделал болевой. Руки здесь и старайся между ног выходить. Макс, не лежи, пожалуйста. Не надо на животе лежать. Надо высокий, низкий партер. Ну, убирай руку, не давай на руку. Ну вытащи руку оттуда и все. Держу. Ой, Миша, блин, ждешь. Да? Да, куда надо сидеть?
Данну, ты ложись на спину. Да. Стойку. Стойку. Все, сделайте удержание болевое. И ты тоже самое. Все, ты со стойки начинаешь, ты с парка. Так же. Можно убирать в сторону, руку не давай. Встал опять. Да. Почему пояс разбежался? Даниил, Мате. Мат, если ты лежишь, он тебя будет ломать. Лучше встать низкий высокий партер, если что, перевернешься, удержание. А так он тебя начнет ломать просто, а ты даже уйти не сможешь. Между ног иди, иди на него. Все. Защищаться ногами. Одну ногу возьми, одну ногу рукой. Бери в сторону. Вот держи за штанину. Правильно, ты между ног. Ноги между ног. Так, стоп, стоп, стоп. Этот, Андрюша, иди сюда, Макс, иди сюда. Колени. Нет, сейчас на колени. Это. Ну захвати за ноги, переведи его в парту. За ноги захвати, впереди. Уйди назад. Сядь на него верхом. Зачем ты его переворачиваешь? Зайди назад, Миша. Миша, он ушел назад. Все. Мате, тоже Мате, встали. Заправились. Дан перешел, Даниил пришел туда, заправился. Значит, у вас так, один судья и два борются. До броска или удержания. Если удержание сделал в базаре и партнер ушел, нормально. Кто сел? Встал, заправился? Так, ты идешь к Максу. Да, да. А вы сюда? Сюда. Один становится сюда, один туда, и один там сюда. Максим, там сюда. Сейчас я поставлю камеру. Так. Так, Максик, не забывай держать левой рукой. Буднер. Так, готовы? Еще раз. Вот. Хорошо. 50 минут работаем. До без 10. Борьба. Еще раз, было интересно. Нет, нет, нормально. Вот как вы встали, нормально. Потому что борьба, значит так. Бросил, выиграл, противник уходит. Готовы? Аджан. Борьба, да, вот судья до броска. Бросок удержания. Что стоит? Ну скажи, Мате. Мате. Все, бросил, бросил. Удержание сделал, молодец. Все, ты остаешься, Дан уходит. Дан судит, а ты выходишь. Стоп. Покажи левую руку. Возьми здесь. Вот здесь, поле. Правой рукой, одной рукой правой рукой. Да, ты уже командуешь. Партеры 10 секунд. Базари. Мате, Стали. Все. Поменялся Катерин. Базари, Базари, Базари.
Одно во сзади должно быть. И меняешься. Бросок. Бросок. И ты выходишь. Больше двигайся, да, не давай ему пояс, больше двигайся. Оценка. Да, оценка, базарик. Мате, мате. Да, оценка, базарик. Базарик, все, да, поменяли. Артур ушел. А ты что не выходишь? Я проиграл. А, проиграл, вообще. Центр, икон, поменялись. Мат, стойку. Левой. Левой держать. Левый отворот. Нет. Стоп, мате, мате. Так как они для меня тебя, тебе не выгодно. Я против тебя на это стою. Надо держать вот здесь, чтобы его рука была с ней. Видишь? Если сверху, если сверху рука, то ты должен и нагрузить эту руку. Если снизу, то ты должен вот сюда ее убрать. Вот, вот здесь можно вкладывать. Вот здесь, вот сюда. Вот, второе. Вот ты взял, и ты взял, вот здесь, да, дай сюда. Не бери вот этой рукой здесь, все, это тоже кровь. Только вот кончик вот этот. И рука эта должна быть согнута. Это прямая, это согнута, чтобы вот он так стоит. Если твоя рука прямая, ты опять проиграешь. Еще раз, вот, здесь, или здесь, вот это плечо ты должен, чтобы он немножко вернулся, держи. А эта рука согнута. Если не можешь согнуть, значит, когда отпускаешь, просто крутишь и убираешь. Артур, ты можешь держать, можешь не держать, ты есть охватки берешь. Просто, чтобы ты себя этой рукой помогал при падении или еще что-то. Скажи, Мате, ты же видишь, там тренер идет. Стоп, Мате. Попробуй другой рукой держать сейчас. Аджиме. Сгибаешься очень сильно. Стоп, стоп, стоп. Посмотри, там же упал поезд. Останови. Берешь снизу, пояса сгибать. А ты попробуй взять выше и больше. Раз, да? Раз, немножко. Раз, как бы не берешься. Голову выше. Подними Максу голову вверх. Вот, есть, оценка, есть. Почему молчишь? Да, базарь надо, базарь. Давай. У меня тоже одна рука, да? Да-да-да, с ним тоже. Красавец. Вот, посмотри, держишь.
ногу ставишь на себя. То есть ты вам влезть сюда надо. Молодец, какая. Я думал, что упадет. Ну ты есть оценка. Вот у него рука, он этой рукой берет заклад. Возьмите и не дайте этой рукой. Захватите руку и держите здесь. Так. Андрюха, покажи правую руку, левую руку. Вот это. Вот. Правую руку не держи заклад. Только левую руку. Группу убирай. Кто сейчас болевой сделает? Партнер может двумя руками защищаться. Можешь пояс не держать, просто ты брал захват. Вот. Молодец. Говори, базари, мате. Стоп, Макс, мате. Поправьте, пожалуйста, Макс. Да. Чуть-чуть сюда. Видишь там угол? Мат, мат, который стоит у вешалки. Чуть-чуть угол зашел. Но не так сильно. Тот открывает. Вот так. Да? Мате, ты встаешь. Кто берешь другую рукой? Ну, меняешь руку, да. Болевой. Зайти сбоку, Андрюха, держать. Держи руку. Держи. Головой держи руку ближе его. Головой, а потом. Головой держи руку. Вот так, молодец. Оценка есть? Упал он на бок, нет? Упал или нет? Даниил, слушай, вот так как ты приходишь и громко разговариваешь, и здесь не стесняйся, никто же тебя ругать не будет. Просто ты молчишь, непонятно, есть бросок, нет броска. Хорошо? Пожалуйста, погромче. Вот, правильно, Миша, хорошо. Так я хочу, ты первый? Да. Снизу рука должна быть. Вот, Макс, стоп. Макс. Да, он ниже тебя. Есть. Ну, слышишь? Ну, скажи. Покажи. Громче. Назад. О, молодец. Ты как кричишь? Цепу! А тут? Мишка остается. Вот ты берешь заклад, раз, спасибо. Потом сюда. Молодец. Вот отсюда. Сюда. Оп, показал. Оп. Вы меня звали? Нет. Нет, Андрюша, нет. Рука снизу. А, Макс, подожди. Смотри. Ну, да. Здесь. Отсюда, этой рукой работаем. Оп!
Все, теперь он уже твой. Ручку отсюда. Оп. Показал. Оп. Да, возьми плечо, сейчас сверху будет брать. Куртку возьми, впереди ее. Вот так. Умница. Держи куртку, вот тут. Вот. Больше работы не на броске, больше как... Вот, вот, о, держи! Руку держи, руку ближнюю. Ближнюю руку. Я выражаю на тебя, Каши. Локоть держи, ты не кот. Куртку, кот. Стоп, останови. Да. Макс, ты сам себя держишь. Все, и пон. Ты когда прижимаешь, там получается. Ты сначала подвигайся, побегай, чтобы он упал, а потом бросишь. Если сразу будешь бросать, он не упадет. Наступи ему на живот, он... Да, мотай стоечку. Видишь, Андрюха? Ай-яй-яй-яй-яй, посмотри внимательно. Он же тоже в левый стоит, да? В левый. Вот ты взял, держи. Вот он, здесь он у тебя есть. Ну, поставь сюда. Естественно, ты раз могу так послал, он тебя хопку кинул. В этом случае заднюю подложку очень тяжело. Вообще стараться. Да. Значит, еще раз. Да. Нет, если он сильно рвет, отпусти. А тебе надо так, иди сюда. Возьми сюда. Так и другой. Так и мать плохо. Так раз, ну, и когда собрались захват, просто выгорали, и собрал захват, ты еще раз туда кинул. Держи. Смотри, что надо делать. Берешь, оп, и все, и он тоже. Еще. Давай. Вниз. Вот. Видишь? А так просто, если будешь вставать и уходить, тебе шиба будет. Как бы за ним будет. О, молодец. Молодец, да. Мишаня тебя уже бросить не может. Красавчик, да. А это Шендря. Не пускай, не пускай. Не оставляй, так руку сейчас подвернется. Миша, вот с колен тебя. Кипон, кипон. Так, Андрюха. Ты две выиграл, уходишь, выходит Катерин и Макс. Смотри, ты проводишь две схватки. Если ты проиграл, ты уходишь. Если ты две выиграл, уходишь, они между собой будут. Чтобы... А! Правильно, не давай, вот молодец, да, умница. Подергай. Вокруг него три круга пробеги, и все, он умрет. Прикрой, пожалуйста. Что ты все время... Стоп! Вот это... Стоп, не двигайся! Вот это... Что за стойка у тебя? Объясни мне. Стоишь, руки в левой стойке, а ноги в правой стойке. Эй! Все время вот так все. Вот все время. Раз, вот. А то взял сюда. Вот смотри, прижал захват. Вот я тоже влево, а потом беру вот так сразу. Как так можно? Если бы встал все в это. Нельзя менять, а ты берешь эту ногу, чтобы сразу залез и упал. И пол. Молодец, красавчик. Да, да.
А вали красавчик, чей поезд, а? А, это он мечтает. Сюда! Тока, тока, ток! Видишь? Валился! А еще раз! Как я тебе сюда? Иди сюда! Если он взял здесь свой бросок, взял здесь руку, взял бросок, он не должен здесь сюда. Поэтому еще раз, вот эта рука, бери за руку, только есть. Есть вот твоя рука? Пусть он здесь берет. Ты можешь отсюда взять. А ты ее здесь держишь, он тебя ее сюда. Или так стоишь, он тебя раз отсюда, и все. Если близко захват, тебе бросок. Дальше. Вот отсюда. Вот твои ручки. Оп, видишь, оп. А ты берешь, вот ты баленький, подходишь и к нему вот такой. Конечно, тебе бросаешь. Что, ушел? Артур, Артур, ой. Оценка. Вперед там. Ой. За ковром не боритесь. Так, стоп, стоп. Значит, теперь разрешаю брать меня в шаг, но ты не имеешь права упасть. Не знаю, хоть ты сзади, он упал, может стоять. Потому что если ты упал, он стоит. Это очень интересно. Понимаешь, раньше стало, почему? Это травмопад. Не старайся за счет силы работать. Аккуратненько ставь сюда. Покажи, да, вот здесь он будет. Аккуратно меня оставить. А что, да, это что? Ну, Надо навязывать свой заказ.
Вот это самое главное. Да, можно вообще делать. Вот какой заклад есть? Значит, что? Вот это плечо. Плечо надо. Или надо сидеть. Или надо вот отсюда взять. Или плечо это. Защита такая-то. То есть я должен бросок назвать чьим-то именем. Вот Артур. Да? Есть у него коронный прием, который он может... Он может не выиграть, но он сделает его вклад. Он отрабатывает его. Не знаю, как. У Дана, например. Хорошо будет. А коронный бросок какой? Непонятно. У Максима тоже хороший. Парень. Какой бросок короны? Уже нет. Вот я могу сказать бросок через грудь, Каталина. Да. Вот он очень часто делает бросок через грудь. Значит, ему нужно ножки подкачать, ручки, спинку, чучело сделать, и чтобы он еще через грудь побросал. Вот единственный человек, который я знаю, он делает часто бросок через грудь. Из-за того, что он физически слабый, он защищается, расслабляется. А он хорошо в обратную сторону бросает. И броски у него идут в азаре, и пол часто. Вы поняли? Поэтому еще раз. Построили. Мальчики, построили. Сюда, сюда, сюда. Угу. Ближе встали, построились. Значит, да, еще раз, я когда выставляю в интернете, заходите, смотрите, как вы будете. И думайте, что же мне надо, какой прием надо придумать. Чтобы ты мог прийти и тем ребятам, которые не за счет физической силы, потому что может оказаться кто-то физически сильнее, а за счет техники. Физика обязательно нужна. Без физики нет борьбы. Я тоже в институте силы копил, на диване спал. А что надо было делать? Надо было идти на гимнастику и качаться там. Пришли на гимнастику, пока там упражнения, там половина сидит, надо было качаться, приседания, отжимания, пресс делать, под, там перекладина, подтягивания, а я что, лежал. Это не давало мне хорошо бороться. А когда у меня появился друг, который мы качали, все лето, еще полгода. Так я выходил и вот так брал чувака и переставлял. То есть силы было много. Но было силы много, но техника уходит. И потом, когда я стал чуть меньше качаться, то есть как бы заложил базу, все. Но уже стал сильный, уже 24 года, уже никому не нужен, уже старый.
Да, выиграл чемпионат республики, а взяли второго номера. Почему? А потому что он молодой, ему 19 лет. Правильно? Какой смысл брать дедушку 25 лет, 24, когда есть молодой парень 19? Правильно? То есть надо все делать вовремя. В принципе, я как бы поездил, но из-за того, что физически был слабенький, результаты были не такие хорошие. А сейчас бы покачался бы, да уже поздно. А сейчас надо тоже качаться. Сейчас что надо делать? Ходить много, чтобы сердце было. Сделать что? На гибкость поработать, потому что если суставы не гибкие, кровообращение плохое, суставы болят. И подкачаться, когда начинаю чуть-чуть качаться, у меня перестает мышцы, вернее, суставы болеть. Я лучше себя чувствую. Ну, опять ли. Все. Значит, сейчас раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Значит, и самое главное у борца это, знаете, есть такое слово, как клещ, сцепиться в него. Но для этого кисти у вас должен быть спандер. Дома. Я в институте, вот в институте мне дали, я вот такой курно, я ходил с ним лет 8, наверное, все время. Пока на ботанике не потерял. А уже другие стал делать, уже никакие не понравились. И еще самое главное, вот что мы не делаем, у нас не очень хорошо, это перекладина. Значит, что мы делаем? Мы берем палочку и делаем 30 раз. Сделали 30 раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Вы втроем сюда. Так, Макс отдельно. А вы идете так. Два держат, ты делаешь 30-30. Значит так, ты делаешь 30-30. Потом вы меняетесь, вы держите, они делают по 30. По 25 туда. Все, вот здесь делаете. А вы вот сюда, мальчики. Вы сюда. Все, я включаю. Так. Все, там я включил. Так. Макс, сейчас. Я тебе другое, да? Ты берешь с коленчем, но берешь тут с цели. Твой аниме. Ну, я аниме. Ну, почему? Так, ну, ты тренируешься к моему аниме. А когда Мутян занедут вообще, я вообще, Ты решаешь, что так. Да. О, еще раз.
Да. И Павла спрашивала. Что? Павла спрашивала все. Да, она сказала, что... Ничего страшного. Нет, он сказал, что носитель чемодана. Да, это хуже ты был. Но я тогда в школе его, он носитель чемодана. Он обои. Но когда я не смотрел, я не знаю, что это не было. Я не знаю, что это не было. Ради волны, ради зашины. Я все понимаю. Пока я пошел в пей, хорошо. Друг, мой друг, Юрий Саныч, самый большой мой друг.